Потому что поначалу, то есть, ты, типа, такой заразился, и такой там у тебя отнимается по одному хп, может быть, по два, я не знаю. И там его можно юзать раз в 3 секунды, и это вроде как тебя спасает, это вроде как нормально. За какие угодно. То есть, мне кажется, человек, когда видит всю эту хуйню, то, что у него там хп отнимается, вся прочая хуйня, ничего не поможет. Какого качества ютуберы? Ну, тут уже, понимаете, не угадаешь, то есть, это... я ненавижу... Опять-таки, я извиняюсь за то, что вот, возможно, кого-то это обидит, да, из скриптеров, из, возможно, или хотя бы антибиотики, чтобы доставались полегче, потому что и многим это нравится, многие такие, типа, о, искренность, это... Сделали бы там, что ли, чтобы нельзя было в какие-то организации устроиться вместо всего этого, сделали бы там еще какие-то вещи. Новое видео выходит каждый день в 20:00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Старожилы, да и те, кто, знаете, не первый месяц, не первую неделю, не первый день следит за моим каналом, те вот могут знать, что я очень сильно люблю побомбить на какие-то вот, знаете, определенные вещи, прям не выбирая выражения, чтобы все было максимально искренне, чтобы все было максимально честно, и многим это нравится, многие такие, типа, о, искренность, о, классно, о, человек там говорит то, говорит это, говорит по правде, говорит все вот это вот прочее, и сегодня один из таких случаев. Я хочу повториться, я обожаю Arizona Games. Вот эту вот всю игровую компанию, эту всю игровую сеть, они снабжают, можно сказать, рабочими местами GTA сам ютуберов, чтобы они могли делать контент, чтобы они могли зарабатывать на всем этом деньги. Они молодцы, они красавцы. Какого качества ютуберы? Ну, тут уже, понимаете, не угадаешь, то есть у кого брать рекламу, но это уже абсолютно точно их дело. Если их это как-то не особо стримает, то почему, ну, кого-то еще это должно стримать, не особо понятно. Тем более, что в рекламе, ну, практически все методы хороши. Минута прошла. Ну, около того, может быть, больше, может быть, меньше. Это пиздец, блять, я не могу, я ненавижу, блять. Как только появилась эта хуйня, я думал, типа, ну, может, будет неплохо, там, знаете, недельку, может быть, две недельки со всем этим поиграться, что-то там поделать, а все какие-то прочие вещи. И тут просто, блять, я охуеваю уже, как, блять, это пиздец. И поначалу ты, типа, ходишь такой, у тебя вроде как все нормально, все более-менее, вот, ну как-то вот более-менее у тебя все это складывается, а потом ты просто такой, блять, сам заражаешься вот всем этим, выполняя какие-нибудь квесты в людных местах, куда там надо заехать, где там надо все вот эти вот прочие вещи сделать. Вот тут просто, ну я не знаю вообще, как все это происходит, блять. Ну на полном серьезе, ребят, ну что это, сука, такое? Блять, я не знаю. Потому что поначалу, то есть, ты типа такой заразился, и такой там у тебя отнимается по одному хп, может быть, по два, я не знаю. Потом, если ты не принимаешь никакие антибиотики, там по минус 3 хп, по минус 4, вы могли в моих геймплейных видеороликах увидеть то, что у меня постоянно отнимается хп, и то, что я постоянно покупаю спранг, потому что спранг, он пополняет хп, и там его можно юзать раз в 3 секунды, и это вроде как тебя спасает, это вроде как нормально, да и он стоит, типа, ну, не сказать, что дешевле этих самых антибиотиков, тем не менее, его найти полегче в каждом 24/7, а, блять, антибиотики, их мало того, что нельзя купить у медиков, как я понял, их нужно покупать на вот этом вот центральном рынке, а если их там не будет, то тебе остается только подыхать. Подыхать, смотря на то, как медленно вот эта вот, знаете, полосочка с хп, она, блять, уменьшается, то у тебя 70 хп, то у тебя 50, то у тебя 20, то у тебя уже все, блять, ноль, и ты не знаешь, что вообще со всем этим делать. И сидишь такой, блять, сука, вот опять умер, опять в больнице, опять вот тратить там, я не знаю, 1000 виртов на то, чтобы вылечиться, и вообще, как меня все это бесит. И меня все это бесит, я не знаю, то есть я думал, что в каком-нибудь из последующих обновлений все это уберут, все это сделают, но, блять, это пиздец. Сделали бы хотя бы, чтобы можно было там, я не знаю, за миллиард вылечиться там, или за 35 миллиардов, я не знаю, за какие угодно. То есть, мне кажется, человек, когда видит всю эту хуйню, то, что у него там хп отнимается, вся прочая хуйня, он, блять, любые деньги отдаст, квартиру, блять, заложит, ёпта, задонатит туда. И все, и, блядь, и купит вакцину от этого коронавируса, потому что, блядь, это настолько хуйня, которая тебя бесит, и ты, типа, блядь, такой, сука, чё мне делать-то, хули у меня хп-то все меньше и меньше, и мне вообще, блядь, полнейшая пизда, я не знаю, чё мне делать, блядь, помогите, спасите, что-нибудь со мной сделайте, потому что, ну, я просто не знаю, это просто пиздец. И вот ты, и вот в какой-то такой агонии, когда уже все пиздец, когда хп отнимается, когда ничего нет, когда тебе уже ничего не поможет, ты лежишь уже там в конвульсиях на этой Arizona RP и думаешь, блять, кто ж додумался этот коронавирус-то сделать? Причем поначалу я сам могу сказать, что мне было, типа, ну не так уж и плохо, да, вроде как я все это, ну было нормально. А тут, блять, ну я не знаю, я в самом деле, блять, ну я не знаю, это пиздец.
сука, насколько же это, блять, блять. У меня слов нету. Опять-таки, я извиняюсь за то, что вот, возможно, кого-то это обидит, да, из скриптеров, из, возможно, разработчиков, там, из каких-то, хотя, возможно, и не обидит. Потому что, блять, ну, коронавирус это настолько бесящая хуйня, что просто пиздец. Хоть бы там как-то, ну, я не знаю, было все это полегче, попроще, потому что, или хотя бы антибиотики, чтобы доставались полегче, потому что, блять, на центральном рынке ты бегаешь, ищешь их, блять, ни у кого их нету, потом находишь у какого-то долбоеба, он их продает там миллиард за одну штуку, и ты такой, блять, сука, да че ж мне умирать, блять, мне подыхать или что, покупаешь там, я не знаю, спранг, который стоит там что-то 300 вот этих баксов за одну на этом же самом центральном рынке, и все, и радуешься, и пьешь спранг, у тебя восполняются хп, и ты типа доволен, счастлив, но, блять, со временем хп начинает отниматься все больше и больше, и ты уже, блять, ну просто не знаешь, как жить-то в этом мире, но это пиздец. Сделали бы там что ли, чтоб нельзя было в какие-то организации устроиться вместо всего этого, сделали бы там еще какие-то вещи. Но я не знаю, блять, это, возможно, я сам виноват, стоило, знаете, ходить в маске, как там рекомендуют все эти рекламные плакаты, как там все вот эти вот остальные вещи рекомендуют, чтобы типа было все как-то более-менее нормально. Но тут, блять, это пиздец на самом деле, блять, сука, вот у меня слов нету. Я сижу, я так зол на всю эту хуйню, и одновременно я понимаю, а когда это закончится, сука? Когда это, блять, закончится? И вот количество просмотров на этом ролике, это те люди, которых тоже все это заебало, которые, видимо, тоже, знаете, в Ютубе набрали, когда кончится коронавирус на Аризоне РП, потому что они сами уже заебались, блять, подыхать от этого говна. Они, блять, возможно, даже не хотели заражаться. А тут пиздец какой-то, они просто нихуя делать не могут, потому что куда бы они ни пошли, блять, у них постоянно вот это вот хп уменьшается. И вот не так давно я все-таки смог найти антибиотики, но тем не менее, блять, это пиздец, их юзать можно в какой-то определенный кулдаун, и они там типа как-то лечат хуй пойми как. И вообще, блять, ну это просто, сука, это настолько непонятно, это настолько хуево, это настолько, блять, просто пиздецовски. Вот опять-таки я наматерился, блять, мне постоянно нужны вот эти вот зеленые доллары, чтобы я мог лучше, вот быстрее все это с Google AdSense вывести, чтобы все было нормально. Я уже об этом рассказывал в каких-то своих предыдущих видеороликах, а тут я просто типа, ну потому что я не могу, блять, лучше я нахуй буду нищим, при этом скажу все как есть, чем, блять, с деньгами, но буду как-то обходить вот маты стороной, потому что коронавирус на Аризоне РП, это, блять, это просто пиздец. И, кстати, в первые дни, насколько я помню, когда его только ввели, он прям геноцид какой-то устроил, он передавался, блять, от человека к человеку, просто пиздец. Ты не мог в людных местах находиться вообще. Я так подозреваю, что коронавирус, он, знаете, кончится на Аризоне РП, когда вот кончится он, вот, блять, в реальной жизни. Возможно, к этому моменту. Если он нахуй не кончится, видимо, мы на Аризоне будем, блять, играть с коронавирусом постоянно. Я по-другому, блять, просто не знаю. Это просто, блять, какой-то, ну это ебала какая-то, какой-то пиздец просто, блять, неимоверный. Однако, ладно, спасибо за то, что выслушали меня, посмотрели или досмотрели до этого момента. Я играл на проекте Аризона Roleplay Phoenix, на котором и есть этот самый коронавирус IP, а также мой никнейм Данте Коннор, а также мой промокод NoToxic54. Вся эта и другая интересующая вас информация, все это находится в описании. Заходите туда, узнавайте всю эту информацию и узнавайте все прочие ваши вот эти вот вещи. Всем спасибо за просмотр, всем пока и самое главное, до свидания.